Семья. Ну, попытка наступления от Рубина по левому флангу. Они пытаются подобраться к штрафной соперника. И опасный момент возникает. И до удара головой даже дошло. Нашли. Нашли в штрафной площади соперника сейчас. И новая атака Рубина. Подача штрафную. Здесь опасно может быть удар по воротам. И очень-очень опасно сейчас было. У ворот гостей Никита Васильев оказался в штрафной площади. Рубин левым флангом подбирается к штрафному соперника. Подача. И здесь борьба будет в штрафной площади. Гостевой команды и удар по воротам. И вынужден Игнат Тереховский вступать в игру. Мне сначала показалось, то, что забирает он мяч, но нет. Пришлось. Получается. Приличное преимущество Рубина по фолам. На данный момент 7-3. Удар по воротам. Это гол. Это 1-0. Ничего себе. Вот это удар в исполнении. Так, понимаю, это Сава Чернов решился пробить с очень приличной дистанции. И удивил Игната Тереховского, который не сумел справиться с этим ударом. 1-0. Рубин выходит вперед. Вот так вот. 35-я минута данного противостояния. И счет открыт. Сава Чернов. Великолепный удар. Мы можем повторить. Сейчас посмотреть, как приложился. Передача в штрафную. И здесь не добирается до мяча Виталий Хабаров. И на этом первый тайм заканчивается. Звучит свисток. Начинается второй тайм. И сразу же к составам играющих команд. Ну, как раз-таки с него я продолжу состав Краснодара озвучивать. И сейчас еще один момент может быть у ворот краснодарской команды. И это 2-0. Это 2-0. Рубин тут же после выхода из раздевалки укрепляет свое преимущество и делает счет 2-0. Вот так вот быстро минута прошла. Сначала второй половины встречи. Так, ну и вместо Михаила Захарова Станислав Алин появился под номером 26 в составе Краснодара. Атака Рубина снова. Хороший пас налево. Чернов убрал соперника, пробил. Это 3-0. Это 3-0. Сава Чернов оформляет дубль в этой встрече. Довольно-таки легко. В этом эпизоде он разобрался с оппонентом и мимо голкипера соперника пробил. 3-0. И для Рубина преимущество становится очень-очень комфортным уже. Практически большинство вопросов в данном противостоянии Сава Чернов сейчас снял. Но есть возможность у Краснодара быстро контратаку сейчас провести. 3 в 3. Контрвыпад гостей. Передача налево. Входит в штрафную футболист краснодарской команды. И удар по воротам. Это гол. Это гол. 3-1. Пожалуйста. По сути, из ничего сейчас гости создали момент у ворот соперника и забили. Отыграли один мяч. Я только говорил о том, что рано еще. Говорить о том, что центра поля довольно-таки много таких. А выносов мы сегодня видели, как в исполнении Рубина, так и в исполнении Краснодара. И не так часто получается цепляться за мячи. А вот момент, и удар по воротам, рикошет опаснейший, еще один удар, и это 3-2. Вот так вот, довольно-таки быстро все меняется у нас в этой встрече. Краснодар еще один мяч отыгрывает. 3-2 счет становится. И вот Максим Богданец, лучший бомбардир Краснодара, забивает свой мяч в этой встрече. Ну, Ежов не сумел спасти свою команду в этом эпизоде. Добивание. Где считает, что мяч в руку попал, но Данил Соболев непреклонен. Игра продолжается. Подача в штрафную. Илья Ежов мяч должен забирать. И ошибается Илья Ежов. Опасный момент может быть. И, судя по всему, это пенальти, да. Это пенальти. Вот так вот на ровном месте. Сейчас ошибается страж ворот казанской команды. И у Краснодара есть возможность счет сравнять. Болельщики. Кирилл Кистенев. Удар Кистенева и 3-3. Краснодар счет сравнивает. Они бегут сразу же за мячом, потому что хотят еще и выиграть. 91-я минута матча. Рубин-Краснодар 3-3. Казанская команда, правда, он цепляется до конца и здесь даже борется с соперником. Но в итоге нарушает правила. И после этого арбитр
дает финальный свисток. Ну что же, 3-3, великолепная игра у нас получилась. Рубин вел 3-0, но удержать победу не сумел. 3-3, конечно же, стоит отдать должное краснодарской команде.